Чебоксары и Новочебоксарск связал новый маршрут. С 12 апреля между двумя городами начал курсировать автобус номер 101. Он стал продолжением столичного автобусного маршрута номер 32. Остановка фабрики. Маршрут очень хороший. Людям очень хорошо. Такие большие автобусы очень нужны были. 101-й автобус, он же 32-й, выходит в путь с раннего утра. С остановки Чандрово в Чебоксарах и с остановки Сокол в Новочебоксарске. Но если раньше на маршруте было 3 автобуса, теперь их количество увеличено до 21. Маршрут построен следующим образом. Сокола следует через площадь Победы, Комсомольская, Каблучок. Далее Ельниково, Турист, Юраково. Сейчас он направляется в Новоюжный район. Через Маштехникум, следует по тракторостроителей, МТВ, железнодорожный вокзал, Николаево и следует северо-западный до Лукина. Пиковое время маршрут ездит по интервалу 7-10 минут, межпиковое до 20 минут. На учебу, на работу. Из Новочебоксарска пассажиропоток с утра разделяется чаще всего на 2 основных направления. В сторону Новоюжного района и в сторону Северо-Западного. Именно поэтому автобус Новочебоксарский идет по 101-му маршруту, а в Чебоксарах по 32-му. При этом пассажирам не придется пересаживаться на остановке Маштехникум. Сегодня пассажир города Новочебоксарска имеет возможность, осуществив посадку города Новочебоксарске, доехать в любой конец города Чебоксар, то есть это будь то Новоюжный район, район ЖД вокзала, центрального рынка, и попасть в северо-западный район. 7 утра, пассажиров не очень много. А ведь еще пару дней назад в часы пик приходилось туго. На остановках не протолкнуться, а в маршрутках, как бочки с сельдью. Благодаря транспортной модернизации на смену маломестным маршруткам на дороге выходят автобусы среднего и большого класса. Люди битком, когда в том числе мы видели сегодня и с нарушениями правил дорожного движения, гоняют. Спасибо огромное руководству Чувашской республики. У нас транспортная модернизация сегодня идет. Да, вот в том числе это по обновлению внутригородского троллейбусного автопарка. Уже новые троллейбусы у нас сегодня ходят. И в том числе решение этой многолетней проблемы, которую мы видим сегодня, она базовая, она уже решилась. Ну а дальше будем улучшать, подрабатывать. 1 час 15 минут. Время в пути от северо-западного района столицы до остановки Сокола Новочебоксарске. Тарифы на маршруте останутся прежние, и оплата будет взиматься один раз за одну поездку. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов. Республика.